Я вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олександр Іваненко. І я хочу побажати всім тим, хто прокидається разом з нами, гарного, вдалого ранку бадьорого. А тим, хто вже прямує на роботу і поспішає на неї, я бажаю вдалого дня і гарного настрою. І розпочинаємо новий день, звичайно, супер гарною музикою. Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо забути слово жах. Тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так. Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави, молока. Добрий ранок, Україно, все ще є в моєму житті. Прокидайся, Україно, час ставати. Сльози разом з дощем втрачаємо зайве з кожним днем. Ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі собою. Оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала. Я не Добрий ранок всім, добрий ранок, Україно. Я бажаю, щоб усі, хто нас зараз дивляться, розпочинали ранок так, як я, бадьоро, в гарному настрої, в гарному гуморі, тому що в мене в гостях сьогодні надзвичайно позитивна людина – це Володимир Ліліцький.
Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Мы с вами уже давно знакомы. Очень приятно видеть опять в нашей студии. Это актер, да, все знают Владимира Лилицкого как актера. Каждый день новая роль. Сегодня вы пришли к нам не только как актер, но и в новом амплуа для себя, как продюсер. Да. Да. Но, расскажите, с чем же именно вы пришли? Пришел я с информацией, да. Как я начинающий продюсер, в принципе, вот, хотя зарождение этой, так сказать, профессии у меня, конечно, появилось очень давно, еще со времен учебы, так сказать. У меня был однокурсник, с которым мы, собственно говоря, начинали это все. Ну, начинали как? Это были, да, ну, не спектакли, не какие-то еще шоу, представления. Мы начинали просто общую работу, которая... получилось так, что она утверждена нашей дирекцией в колледже театральном, где мы учились, и идет как плановая такая пластическая композиция и передается из курса в курс. То есть мы оставили после себя значимый след в истории, даже скажу. И это очень приятно, и это вдохновило на какие-то вот, так сказать, будущие цели, и поэтому я подумал, а почему бы и нет, это не мешает моей как бы непосредственной профессии, и интересно, забавно. То есть вы, получается, творческую какую-то часть, творческую линию, все-таки хотите, чтобы она отдавала такой, как это сказать, финансово была успешной, да, я так понимаю? Да, ну, собственно, продюсер — такое слово сейчас многим понятное, многим непонятно, каждый понимает свое. Ну, для меня, честно говоря, продюсер – это не обозначение то, которое есть формально, да, там в учебнике или еще где-то. Для меня это такая творческая личность, которая хочет свое, как бы, видение творчества, хочет показать тоже людям. Поэтому это не обязательно спонсировать какой-то проект, даже там кино или еще что-то, каких-то артистов, певцов. Нет, это еще как бы донести свое творчество людям. И так как режиссер, только он именно не занимается постановкой спектакля, а если ему предлагают, он смотрит, и если ему в душе это, и он хочет тоже, чтобы это люди, зрители увидели, он этим занимается, берет, так сказать, спонсирует, продвигает и выставляет на общее достояние, как бы на общий просмотр. Всеобщее обозрение, конечно. Да. Потому что это все-таки креативный должен быть человек, очень современный. Конечно, конечно. Понимать актуальности этого искусства. И насколько, вот вы говорили про пластическую композицию, мы с вами до эфира разговаривали, 10 лет. Да? Да, 10 лет уже прошло. Живет эта пластическая композиция. Ну, это показательно, наверное. Уже, по-моему, сколько? 3 поколения ее показывают. И она занимала почетные места призовые на фестивалях и гран-при, и первые места. То есть она очень многого заслужила. Ну, как называется? «Любовь в рятуе свит». Ну вот, такие светлые мысли, это действительно много, много значит сейчас в наше время. Конечно. Это не только актуально, но это вечно. И спасибо, что вы этим занимаетесь. А конкретно сегодня, что вы предлагаете, ну это было когда-то, да, в ваши ранние студенческие годы, сейчас в Одессе, что вы предлагаете, какой продукт? Сейчас в Одессе у нас есть, так сказать, организация, которая называется «Artlux Production», новая, так сказать, организация. И мы пока на данном этапе, у нас есть свой ребенок, называется «Люкс для новобрачных» или «Теща в шоке», который мы родили и, так сказать, поставили на ноги. И он смело, очень смело идет своей дорогой и развивается, что очень приятно. И зритель принимает, очень хорошо принимает, поэтому это нам дает стимул не останавливаться, а только идти дальше, дальше и придумывать что-то новое, делать, и как бы, ну, о планах, может быть, чуть позже скажу, но пока это «Люкс для новобрачных» или «Теща в шоке». Там замечательные артисты нашего города, так сказать, ведущие артисты нашего города. Это антрепризный спектакль, я так понимаю, да? Да, 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 это не относится ни к какому театру, это наш «Артлюкс Продакшн». Ну, вот. Там замечательные артисты, Владимир Лилицкий, да, Ирина Токарчук, нами всеми любимая, вот, и молодые артисты, и Егор Карельский, это актеры русского театра, актеры театра юного зрителя,
и актеры... Ну, уже перечислите всех. Ну, вы так заинтриговали, молодые артисты. Это Егор Карельский, Ирина Токарчук, Елена Ященко, Мальвина Хачатурян, Надежда Сальникова, Анастасия Швец, Максим Козловский, Дарья Возняковская. И Анна Моргунова. И Анна Моргунова, да. Очень хороший состав. Ну, команда, я вижу, подобралась очень хорошая. Расскажите, как все происходит. Максим Вишталюк. Максим Вишталюк, да, да, да. И Дмитрий Жильченко, вот так вот. Это даже как все начиналось? Начиналось все, конечно, забавно. Забавно, и как бы в преддверии того, что это сбудется, было 50 на 50, потому что не буду рассказывать конкретно ситуацию, в которой это все зарождалось, но когда-то, я со своим другом, мы ехали и что-то говорили, что надо что-то делать, да, не сидеть на месте, потому что, да, мы работаем в театре, это вдохновение, это творчество, это душа, все, но хочется что-то самому делать, и поскольку уже были заложены когда-то в прошлом какие-то такие посылы к творчеству, к созданию чего-то своего, мы говорим, поговорили и говорим, давай сделаем свой спектакль, свою организацию, все. И как-то поговорили, и спустя время даже не я начал, а меня подтолкнул мой этот же товарищ, мой друг, мой однокурсник. И как-то неожиданно мы собрались, почитали, подумали, подобрали, очень долго думали про состав, подбирали, смотрели на того иного актера. И несмотря на то, даже, можно сказать, мы очень легко выпустили этот спектакль, очень легко. Как бы какие-то нюансы были, но это такие мелочи, которые не стоят даже внимания, потому что бывают другие там какие-то сложные ситуации, но не будем об этом. Вот, поэтому спектакль рождался легко, скажу, легко, и у нас команда такая боевая и сплоченная, как семья, и... Поэтому друг другу мы помогали, то есть, у нас, естественно, был режиссер, он есть. Выпустил спектакль и пропал. Да-да-да, если кто придет на наш спектакль, который 21 января будет в Театре юного зрителя, то даже режиссера увидят, может быть, даже какие-то вопросы задать. У нас там и сюрприз будет для наших зрителей. Ну, давайте об этом позже. Вот расскажите... Вот вы сейчас говорите о такой творческой части, о продюсерской части. Все-таки это была новая для вас какая-то дверь, которую вы открыли, не побоялись. Но все равно какие-то и финансовые затраты, и все-таки непонятной тропой шли, да? Как это на ощупь? Были, может, какие-то такие неровности, шероховатости? Всякое было. Всякое было, как говорится, в бизнесе, да, есть начинающие, есть уже волки бизнеса, поэтому ситуации были разные. Разные, но, в принципе, я считаю, что как бы могло быть, и, да, там мы же интересуемся, когда во что-то, так сказать, макаемся, мы интересуемся, как, где, у кого, что было. Поэтому по сравнению с другими бизнесменами великими, да, которые там Стив Джобс или еще кто-то, у нас было очень гладенько все. Гладенько. И были какие-то, как говорится, терки. Но мы их очень удачно преодолели. И несмотря ни на что, мы все равно шли к своей цели. Так говорится, по небольшой тропе. Но постепенно эта наша тропа, она расширяется, и за нашей спиной уже больше людей собирается, то есть наша команда, сила, и все трудности мы преодолевали. Ну, я просто, конечно, с таким позитивным настроем и с творческим рвением, я думаю, что, в принципе, все препятствия можно преодолеть. Абсолютно. Чего я желаю всем, бороться до конца. Вот, это пожелание от Владимира Лилицкого, который сегодня у меня в гостях, и мы говорим о творческой части, продюсерства и вот таких вот начинаний, именно самостоятельных. Владимир, этот спектакль, да, «Люкс для новобрачных», я знаю, что уже знают не только в Одессе, конечно, но и за пределами, пока только в Украине, так скажем. Да, да. Где были? Что видели? Кто вас видел? Мы были, наверное, немного для начала, но учитывая то, что спектаклю год, исполнится буквально скоро, мы побывали, я считаю, достаточно. Мы побывали где-то в 5 или 6 городах Украины. Это Харьков, Мариуполь, Измаил,
Краматорск. Краматорск, да, был у нас. И другие. Ну, я скажу, что принимали везде очень хорошо. А больше всего мы боялись, конечно, город Харьков, потому что, как знаем, да, зарождение искусства, так сказать, начиналось именно там. И все знают, что зритель немножко такой, так сказать, суровый. Но, несмотря на это, нас и организаторы благодарили, и аплодисменты, и стоя, зритель. Конечно, нам было очень приятно, что мы все-таки сделали что-то на уровне, так сказать, театрального искусства, и не, ну, не опозорились, да, там еще что-то. То есть мы очень достойно провели. Также, да, Мариуполь, который сейчас... как бы в тяжелом время, в тяжелой ситуации, но несмотря на это, тоже люди очень смеялись, радовались, и я рад, что люди на какой-то миг, на эти два часа, забыли обо всем и окунулись именно в смех, в улыбку, в радость и выходили с улыбками на лице. Фотографировались, все, благодарили там потом в интернете, комментарии оставляли, то есть очень приятно и очень хорошо нас встречали, конечно. А в Харькове вы были в театре Шевченко, да, по-моему? Да, да, это, в театре Шевченко были. Такой очень славнозвистный украинский театр, да. Берзиль, где было действительно зарождение украинского, не зарождение, а, так скажем, один из виток развития, да, украинского театра, где работал славный Лесь Курбас. И вот вы рассказывали, что очень была большая ответственность, да? Да, когда... потому что мы еще Харьков знали по студенческим годам, мы ездили, тоже показывали какие-то спектакли, еще что-то, и уже было, мы чувствовали эту энергетику зрителя, что как бы страшно было. Ну, мы еще были студентами, где-то что-то боялись, это как бы более актерская, да, там боязнь была. Сейчас, помимо того, что как актер я принимаю участие, но и как свое, за свой продукт тоже какая-то ответственность, и за это тоже очень сильно переживал. Но тут, слава богу. Нас пригласили снова, поэтому это тоже очень много значит, что мы... Снова в Харьков? Да, ну, да, отлично. Мы снова будем ехать в Харьков, потому что сказали, мы хотим вас видеть. Поэтому мы очень достойно, так сказать, себя показали. Мы немножко засняли процесс репетиций, которые шли. Ну, посмотрим на ваши, на вашу актерскую работу, на ваш актерский процесс, потому что о продюсерстве мы уже наслышаны. Давайте посмотрим сюжет, как готовился «Люкс для новобрачных». На одеського глядача чекає справжня комедія положень від молодого режисера Олександра Іваненка. Антрепризна вистава «Люкс для наречених». Актори обіцяють, що всі гості залишаться задоволеними. У шоці буде тільки мама. Колоритний образ тещі на сцені втілюватиме незрівнянна актриса Ірина Токарчук. Всі мами, які вложили гроші в цю безумну свадьбу, і вона рушиться, мама, звісно, сходить з ума. Поэтому маме уже все равно уже что-то надо спасать. Либо деньги, либо там. А о счастье дочери уже как бы не думается в такой момент. Уже, ну, то есть это как комедийный образ такой тещи, которая готова и убить жениха. И тут же она его только... Тут, в общем, это такой очень... Очень такой, не дай бог, такую ситуацию попасть. Я представляю себе маму, которые готовы рвать на себе последние волосы вообще, которые уже вместо дочери готовы идти стать под венец. Очень бы хотелось, чтобы она была не похожа на те другие роли, которые я играла. Хотя я уж очень много сыграла мама, одесситок, там, на всю голову женщин. Вот, хочется немножко, чтобы другая была. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на репетицію гучного весілля. А що з цього вийшло, ми зараз і покажемо. Отже, знайомтеся, щасливий наречений та його тендітна, розлючена майбутня дружина. Ти! І що тут відбувається? Алекс, відповідай! А? Макс, відповідай! Никакой свадьбы не будет, пока я не разберусь, что здесь происходит и почему все как будто посходили с ума. В общем, Алекс попал в очень затруднительное положение. Сам виноват.
Та девушка, которая была здесь... Которая? Алина. То есть, так. Алина. Она на самом деле не горничная. И так. Кто же она? Она его любимая девушка. Вот, спасибо. А я думала, что да, другая его любимая девушка. Ну, она тоже. Что тоже? А она вторая его любимая девушка. Да. Дело в том, что он сам не знал, какая из них придет на свадьбу, так он пригласил двоих. Боже мой, ну как же так получилось, а? Я вспомнила, что у меня есть знакомая Марта. Миниатюрная такая девушка, с таким сладким голосом, с красивой внешностью, но с таким железным стержнем. И я еще, кстати, нашла, читала в интернете значение имени Марта. Вот как будто бы вот точно с этого персонажа снят. Это волевая женщина, которая совершенно не доверяет интуиции, только разуму. Вот. И очень расчетливая. Вот. И это, может быть, мне где-то подсознательно помогло. Мне так хочется верить, что все равно где-то сердце, ведь оно есть, и есть чувства и эмоции. И все равно рано или поздно, как бы не пытался ты разумом перекрыть звук сердца, он все равно, сердце прорывается. Владимир, расскажите о вашем персонаже, почему он оказался в этом люксе и не с невестой? Ой, на самом деле история очень запутанная, интересная, но это, по сути, правда жизни. В ней может оказаться любой. Вот. Да, как говорит мама, не дай бог. Две судьбы, которые были разделены и существовали, скажем, в разных точках мира. Но вот это вот притяжение какое-то внутреннее, вот это вот, наверное, сила любви какой-то, сила чего-то светлого, все-таки соединила. А доки наречений випробовує намітність свій потенціальний шлюб, усі удари долі приймає на себе друга відповідальна після нареченої особа Шафер. Ти зустріла другого парня? Хто? Я його вб'ю! Так, я тобі більше нічого не розкажу, ти починаєш... Я спокоюю, да. Молодець. Що було далі? Важнейшее событие произошло не с тобой, а с ним. Ты думаешь, что ты говоришь? В общем, закручивается ситуация лихо, интересно, и казалось бы, что вот они уже на грани, они уже в пропасти, но в финале все разрешается и заканчивается хорошо, и главное, что каждый находит свою любовь наконец-то. У вирі подій своє щастя несподівано знайде і таємнича незнайомка, з якої прокидається зранку наречений. Це героїня чарівної актриси Олени Ященко. Це дівчина, яка відчаялась в пошуках своєї судьби. И вот так случилось в ее жизни, что она встречает парня, который, в которого влюбляется, и у которого свадьба. Но так получается, что любовь сильнее всех этих обстоятельств, и в итоге они остаются вместе. Поэтому это счастливая девушка, которая в итоге находит своего того одного единственного. Допомагає героям розібратися у своїх почуттях безпосередня та говірка покоївка найромантичнішого готелю у світі «Стріли Амура». Вона учасливая. Є такі люди, вони дуже учасливі, і їй до всього є діло, навіть коли її не просять і не требують. І надо говорити щось лишнє, але найголовніша її задача – це допомогти і розібратися в ситуації. Емоції будуть настільки палкими, що співчуватимуть героям навіть фігурки на весільному торті. Я сочувствую більше Максу. Вот так как я играю роль жениха, там как бы на свадебная фигурка жениха, и я должен прекрасно понимать главного героя, что он чувствует и так далее. Поэтому, ну, я бы в такой ситуации был, ну, я не знаю, что бы делал. Ты мне выдал, что ты встретил меня, свою судьбу. Я, конечно, понимала, что это все с пьяну, но ты сказал, что это, что есть единственный шанс это проверить. И... Поцелуй. Нельзя. Поцелуй меня.
Не прийти на весілля, коли вас запрошують, просто неввічливо. Так що приходіть, не пожалієте. Ну і даже уже по сюжету, по репетиції, да, ми видимо, ой, нас уже знімають, да, ми тут розмовляємо з Володимиром. Ми видимо, що дуже світлі і хороші мислі заложені в цій роботі. Володимир, що ж вдохновляє вас зараз к новим досягненням, побідам, роботам? Наверное, в данном спектакле вдохновляет любовь, потому что здесь как бы конкретно о ней говорится, что какая бы ситуация ни была сложная, какой бы ни предстоял грядущий выбор, что бы тебе ни сулила жизнь, какие бы сюрпризы ни приносила, мы все равно должны идти к своему сердцу, по зову сердца, если есть чувство где-то тянущее к истинной любви. Вот, поэтому я думаю, что люди, посмотревшие, да, этот спектакль наш «Люкс для новобрачных», они поймут, что главное в нашей жизни – это любовь. Так как, да, в колледже у нас была «Любовь спасет мир», так и я уверен и считаю, что любовь – это главная наша цель и стремление в жизни. Также, конечно же… Я же не только как бы, да, как актер работаю, я и смотрю другие спектакли, поэтому где-то что-то нравится, где-то что-то еще, какие-то там бродвейские, да, мюзиклы, то есть отовсюду берется информация, как бы остается у нас, да, где-то в подсознании, где-то внутри закладывается по чуть-чуть, и собирается какая-то картинка, и чего-то хочется тоже самому сделать, что-то, может, хочется лучше, если где-то, да, что-то похоже, что-то хочется там вообще поменять, то есть, ну, разное абсолютно. Я не скажу, что это как бы прям современная драматургия, но это абсолютно современный спектакль и актуальный, потому что тема свадьбы, она актуальна всегда, от давней глубокой истории до наших дней. Как бы всегда играли свадьбу, всегда были какие-то курьезы, всегда где-то какие-то злые отцы бегали по гостинице и кричали, мамы психовали, поэтому очень актуально на наш день. А мужчины нервничали перед свадьбой. Конечно же, да. И, так сказать, мальчишник, что тоже самая непосредственно неотъемлемая часть свадьбы. То есть, я так понимаю, здесь тоже сыграл свою роль мальчишник, да, и является таким... Практически такой, когда есть голливудский фильм «Мальчишник в Вегасе», да, только у нас без, так сказать, у вас уже результат этого всего, да? Да, у нас, как бы, мы ничего, слава богу, проснулись там, где надо, но не в том положении, как надо. Ну, хорошо, ладно, заинтриговали. Да, не буду рассказывать всех подробностей. Владимир, что же в планах на будущее? Какие работы серьезные, масштабные, мировые? Конечно же, мировые. Куда же нам все же останавливаться? Много идей, много планов, целей. То, что точно знаю, 100%, это мы уже готовим, уже она, в принципе, практически готова. Это новогодняя сказка, как бы на следующий Новый год, потому что мы немножко в этот год задержались и, ну, не стали торопить, потому что тоже быстро что-то делать может получиться некачественно и некрасиво, я не знаю как. Вот, поэтому мы решили, так сказать, утвердить более, так сказать, плотно обдумать все. На следующий год у нас уже практически готова новогодняя сказка. Не скажу, что это будет очень интересно. Также, да, есть идеи и по взрослым спектаклям, но может быть не столь драматичным, может быть немножко как мюзикл. Но, опять же таки, все вы обязательно увидите, узнаете, мы обо всем скажем. Владимир Лилицкий, актер, продюсер, человек-интрига. Да, все потом буду говорить. Приглашайте. Приглашайте на спектакль. Друзья, у нас 21 января и 11 февраля в Театре юного зрителя состоится спектакль под названием «Люкс для новобрачных» или «Теща в шоке».
приходите, это тема свадьбы, если у вас вдруг в будущем, вы если не женаты или не замужем, у вас в будущем есть, на будущее есть такие планы, вы можете прийти, окунуться в эту атмосферу и понять, что это такое, и даже поймать, может быть, свадебный букет. Так, еще одна интрига. Да, ой, у нас много сюрпризов, и на спектакле также ждут сюрпризы наших зрителей, потому что мы когда-то один раз сделали на премьеру одну небольшую инсталляцию, и теперь думаю, а почему мы ее вообще не делаем постоянно? И мы решили ее возобновить и утвердить, так сказать, на постоянной основе. Вот. Что же это такое? Это фотозона, где жених и невеста, можно будет сфотографироваться в этих образах, так сказать, померить на себя эту должность жениха, должность невесты. Ну и, конечно, наши замечательные мимы Максим Козловский и Дарья Возняковская также будут встречать наших гостей и в антракте развлекать, так что им скучать или интересоваться, где какие-то уборочные, они все покажут. Без слов, но покажут. Понятно. То есть целый перформанс готовится вот так. Да, да. Дорогие друзья, приходите. Владимир Лилицкий, актер, продюсер, очень позитивный человек, приглашает вас на спектакль «Люкс для новобрачных» или «Теща в шоке». Спасибо, Владимир, что вы разделили со мной утро. Оно очень позитивное, хорошее. Вам всего хорошего, новых спасибо, побед, взаимно. Достижений. И, конечно же, для Владимира Лилицкого, актера, это новых открытий, новых творческих побед, ролей, режиссеров, кино, проектов. Да, возможно. Вот. А как для Владимира Лилицкого, продюсера, я желаю, конечно же, побольше партнеров, помощников, средств для нахождения этих самых партнеров и денег. Спасибо. Спасибо и вам. Всего хорошего. Ну, а мы продолжим наш бадьорий ранок. И зараз подарунок від нашого наступного гостя. Ти не хочеш знати, куди бігти, де сховатись. Без музик полягали спати, ніч нема тобі кінця. Послухай, не журись, не журись. Пью з твоїх долань, я їм з твоїх долань, живу з твоїх долань. Я ще п'ю з твоїх долань.
І продовжуємо зустрічати новий день в гарному настрої. У мене сьогодні в студії багато цікавих гостей. І одні з них – це кавер-гурт «Goldway». Я вас вітаю, хлопці. Давайте, щоб було удобно, да, всім розмовляти. Ребята, розкажіть немножко о себе, як ви з чого починались як група, да? Я розумію, що ви, мабуть, давно знайомі вже. Розкажіть немного, як ви, як родилась ідея возникновення і розвитку вот такого творчества? Ну, естественно, все что-то начинается с чего-то, так сказать. У нас до этой группы с моим барабанщиком, который сейчас с нами играет, собственно, с Евгением, который не смог сегодня быть, он на работе. У нас была тоже группа, она развалилась. Ну, в общем, так бывает. И у нас родилась идея, мы до этого играли в акустике, а теперь хотели в полном живом звуке, в полном составе. И, собственно, я басист, он барабанщик. У меня было на примете, что Саша играет на гитаре. Как-то мы с ним познакомились. Да, собственно, кстати, на одном из его концертов. Да, собственно, мы встретились. Он подтянул Валика, это был его такой знакомый. Заразил своим творчеством, да, и цепная реакция пошла. Да. У меня была идея, кстати, поиграть с Валиком когда-то, да. И тут мне Максим пишет мне в соцсетях, ну, там, так и так, хочу группу создать. Я позвал Валика, и мы встретились. Ну, вот так звезды сходили. Сошлись. Да, кстати, в первый же день, когда мы все собрались, пошли репетировать, да? Ну, да. Да, только у Валика не получилось. Но, в принципе, это, кстати, было 2 мая 2016 года, да, в прошлом году. И самое интересное, что у меня еще была гитара, и тогда, ну, день, понятно, 2 мая, очень много нацгвардии, полиции, да, и мы шли с кейсами, собственно, по Дерибасовской, да, и нас там полицейские останавливают, в общем, да, открывайте, показывайте, мы такие, да, гитары, все нормально, там, творчество, ну, так, собственно, так мы и образовались 2 мая 2016 года. И когда же, ну хорошо, вот образовались, какую-то идею, то есть все поддержали эту идею именно быть кавер-группой? Ну, естественно, группы с чего-то все начинают. Как бы авторского материала у нас как такового на тот момент не было. И, естественно, все группы, которые сейчас там занимаются авторским материалом, они по-любому начинали с каверов. Ну, большинство, я думаю. Ну, то есть это тоже... Не-не, это, ребята, ни в коем случае это я не считаю зазорным там, или что-то такое, это отлично. Тем более, посмотрев ваше видео в интернете, допустим, когда выбирал, да, это достойно выглядит, это достойно слушается. Но, а дальше как? Дальше как продвигается? То есть вы совсем молодые, да, в своем творчестве, то есть даже еще года нет почти. Там скоро вот будет. Это года нету, по сути, этому коллективу. Но этому коллективу, да. У каждого, естественно, есть свой какой-то опыт, и мы тем самым сейчас выражаем, не знаю, там, свои эмоции, не знаю, там, свои чувства и так далее, поиграв в свои любимые песни, приглашая на это людей, заражая их этой энергетикой. Ну, мы всегда себя позиционируем как стадионная банда. Вот мы приходим в какой-то маленький клуб, и мы обязательно, от нас там, нам говорят там, ребята, ну, потише, пожалуйста, можно? Мы такие, мы не можем потише, мы играем рок. Душа на распашку. Да, мы играем рок-музыку, и мы говорим, что мы собираем стадионы. Поэтому... У нас больше всех расстраивается барабанщик, поэтому... Да, потому что... Барабанщики вообще тишину не любят. Ну да, он хочет вложить душу, а тут ему говорят, Женя, пожалуйста, потише, мы глохнем, елки-палки. Ну, собственно, это всегда весело и заражает драйвом и энергетикой. Собственно, люди уходят довольны и приходят. У нас есть наш... так скажем, фан-клуб, который называется Goldway Crew, ну, мы их так называем, там специальные хэштеги есть, мы для них придумали, да, и это одна такая банда, которая приходит к нам, и в какой бы мы там клуб или ресторан не пошли играть, они всегда с нами, то есть я думаю, да, если мы там поедем в Киев или там куда-то еще, ну, так нас пригласят, то они обязательно с нами поедут. А первый такое большое выступление вот именно в этом составе уже было у вас, я так понимаю? Ну, первое, да, как-то очень так внезапно вышло, нас пригласили на День молодежи сыграть 26 июля, да, на Греческой площади. Составили большую сцену, меня позвал мой знакомый организатор нашу группу. Юрий все-таки, да?
Июнь. Ну, окей, окей. Пускай июнь. Вот, позвал организатор, там ставили большую сцену, хороший звук, и он, как бы, это было наше первое выступление, и я считаю, что мы хорошо начали. Удачно. И хорошо идем, да, в принципе. То есть у нас потом еще был фестиваль летом один. А вот расскажите про фестиваль. Вот я тоже смотрел видео, мне понравился, собственно, этот уровень, я так понимаю, хороший, да, формат. Это, где он проходил? Он проходил в Парке Победы. Я не знаю точно, что за ребята его организовали. Ну, фестиваль назывался «Кожен спроможен». Угу. То есть там приглашались авторские группы, там группы кавер и так далее, там разные там другие там. Ну, в основном малоизвестные для того, чтобы пропиарить эти группы, чтобы дать вперед пройти молодежи. Ну, естественно, это нормальный процесс, который, ну, периодически нужно проводить такие фестивали, чтобы вот таких самородков, собственно, доставать, раскрывать и развивать. Давайте посмотрим еще одно видео с ребятами. Ага. Я вижу нас за свеч ветру, аж на край земли. Где я вижу, заложила щельскую руше. Я знаю, чего ты не цели. Я не знаю, чего вырвусь я сюрище. На колок взглянуть тысячи житевых цен. Бега по тропичкам на высочание часу. На воды мишени снятся листы. Вот так вот развиваются молодые ребята, молодые команды, которые, собственно, являются самородками. Тяжело ли развиваться? И надо, наверное, напрашиваться к организаторам или как? Как вы ищете сами, где вы выступите? Или уже все-таки есть какая-то база, которая, ну, вот, вас приглашают выступать? Вы говорите и на маленьких площадках, и на больших. Ну, конечно, всегда группы какие-то, тем более такие начинающие, просто там любые коллективы, они чаще всего пробивают дорогу себе сами. Они, конечно, ходят, они там ловят этих арт-директоров, там, а вот послушайте нас, а вот мы классно играем. То есть нет такого дядьки, который сразу такой придет и скажет: пацаны, вы классные, да-да-да, вот вам 50 тысяч гривен. Ну, пока он свою выгоду не почувствует. Да-да, и, естественно, конечно, нужно пройти какой-то определенный тернистый путь. То есть выступать на разных площадках, там платно-бесплатно, это тоже варьируется, на разном аппарате. То есть бывает такое, что ты приходишь, и бывает супер классное оснащение сцены, ты просто, ну, вау, тащишься от звука. А бывает такое, что ты приходишь, там пару колоночек стоит. Ну, в принципе, нам и этого достаточно. Коробка вместо барабана. Ну, не, ну, конечно, хотя такое тоже было, но как-то примерно месяц назад, мне, может, чуть больше. Но, тем не менее, мы сделали все классно, и это была такая солянка разных там групп, и, ну, может, не скромно будет, но мы, на самом деле, лучше всех там выступили и заразили так классно людей, в принципе, своей энергетикой, это было клево, нам понравилось, мы бы хотели даже повторить это. Ну, это хороший опыт. Это хороший опыт. Конечно, это интересно очень. Знаете, как есть же разные истории там про таких знаменитых ребят, как Битлз, там, и всех, все остальные, которые уже монстры, да, такого рока. Когда Битлз могли играть с утра до вечера постоянно, там, без перерыва на обед или на что-то, но оттачивая свое мастерство и
получая огромнейший опыт. И то, что я говорю, я просто тоже когда-то в молодости этим занимался, и у нас барабанщик, он учился на коленях сначала, стучали, потом коробки, а потом мы еле-еле всей командой скинулись, чтобы там более-менее хорошую установку купить. Поэтому тоже, если вы хотите достичь высот, надо пройти все вот эти уровни. Вам удачи, конечно. Да, спасибо. Мотивация надо есть, я так понимаю, да? Ну, конечно, мотивация, прежде всего, это, наверное, заниматься тем, что ты любишь. И, ну, не знаю, тем самым, ну, лично я являюсь в такие моменты собой, мне не приходится там заставлять себя что-то делать. То есть я занимаюсь любимым делом, я от этого кайфую, так скажем, да, и... Ну, подрабатываю, да. Ну, то есть, почему бы и нет? Как говорится, сделай свое хобби работой, да, и ты не будешь никогда, по сути, работать. Да, ну, то есть, ни одного дня в жизни не придется работать. Да, хоть это и, так скажем, нелегкий путь, но все музыканты понимают и знают, но это в удовольствие, и это классно. Хорошо, мотивация есть, вдохновение откуда черпаете? Ты откуда черпаешь? Вдохновение? Ну, на самом деле, из разных источников. В основном это мои личные переживания, чувства, эмоции. Я многое, например, не могу сказать людям, но могу об этом написать стихотворение, либо же песню. И таким образом я вдохновляюсь. Ну, от других авторов я тоже вдохновляюсь. Вот, в основном рок-исполнители. Ну, чужое творчество, естественно, тоже вдохновляет. Вот. Саша. Меня вдохновляют мои друзья. Да. Все, да? Все друзья, да. Голдой и Крив, да. Слушаю много музыки. Хочу так же. А может и лучше. Столько, да. Ну, вот, собственно. Максим. Ну, естественно, как любой музыкант, меня тоже вдохновляет музыка. Очень много музыки, много с утра, днем, вечером. Естественно же, ну, это любимый человек, который, ну, собственно, в моей жизни очень много, так же, как и музыка. И я, наверное, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя сегодня с днем рождения. Лерка, любимая, с днем рождения тебя. Ну вот, утро началось. Утро началось с позитива. Я присоединяюсь. Валерия, я вас поздравляю с днем рождения. Всего хорошего. Вас этот молодой человек тоже должен вдохновлять, потому что столько позитива. Ребята, вы классные, вы молодцы. Я хочу поделиться со зрителями еще одним вашим видео, чтобы все поняли, что я прав. Давайте. Знаете, ребята, мне кажется, что одно из таких уникальных качеств, которые должны быть присущи музыкантам, а именно рок-музыкантам, вы позиционируете себя как рок-музыканты, да, это умение вот своей энергетикой, потому что в музыке это тоже есть энергетика, да, завести толпу, ну, что мы только что слышали, как толпа радуется и воспринимает вас. Это здорово. Я желаю вам только творческого роста, развития, успехов. Какие перспективы? На что надеетесь? Какие планы, мечты? Поделитесь. Ну, может, у каждого свои какие-то планы и общие?
Ну, не знаю, мечты. Ну, наверное, конечно же, со временем. Да, у меня лично вот огромная мечта писать, наверное, свою музыку. То есть кавера — это хорошо, но хочется исполнять то, что у тебя постоянно на грифе там в голове. Да, накручивается. То есть, ну, создать, наверное, что-то индивидуальное просто. Причем, да? Притом надоедает иногда играть чью-то музыку. То есть ее можно, конечно, переделывать там своей аранжировкой и так далее, но свое — это родное какое-то, да, больше. Потому что я играл раньше в других группах и в кавер-группах не играл никогда. Ну вот, то есть сравниваю. Угу. Хотя в этой группе мне нравится играть больше всех. Ну да. Вот видите, это главное, что вот эта творческая атмосфера у вас есть. Ну да, атмосфера, конечно, мы, бывает, как и все, наверное, группы, спорим много. Там, в споре, да, рождается кто, истина, ребята, все нормально. Сыграет, кто какую где песню сыграет. Там. Ну, то есть очень много моментов каких-то. Но мы потом понимаем, что на самом деле они все очень такие важные, потому что, ну, так или иначе, ну, они как-то или сближают там, или еще что, и мы решаем очень много вопросов в такие моменты. Ну и, собственно, так двигаемся, растем над собой. Понятно. Такое дело. Валентин. Ну, в принципе, нельзя не согласиться с Сашей. Я тоже мечтаю играть авторскую музыку. Ну, в любом случае, ты ее больше чувствуешь, потому что это твое. Ты живешь этим. Вот. Ну, естественно, собрать стадион. Ну, ребята, я очень благодарен вам, что вы были со мной в это утро, что мы познакомили вас со всеми телезрителями. Когда вас можно вживую послушать? Вживую нас можно послушать через пару дней, это будет 20 января, мы будем выступать в клубе, клуб-ресторан «Горячие перцы». Конкретно адрес: Маршала Говорова, 10А. Угу. Нет, 10/2, вот. Да, и мы ждем всех, кому это интересно, і я думаю, вам понравиться, уверен. Отже, я дякую вам, що ви були зі мною. А всім останнім телеглядачам я бажаю гарного дня, вдалого і гарного настрою. До побачення.